Полное описание и точки выхода с 9 по 12 серию нового сериала Lancet. С 9 по 12 серию сериала выйдут на ТВЦ 26 июля. В новых сериях мы увидим, как в больнице переполох. Средь бела дня из детского отделения исчезает 4-летняя девочка. Ребенок тяжело болен. Если не будет найден в ближайшее время, могут сбыться самые пессимистичные прогнозы. Больницу наводняют сотрудники полиции. По телевидению беспрестанно крутят специальные выпуски новостей. Ладынин вместе с сотрудниками правоохранительных органов ищет малышку. Дома же, читая дневник жены, Илья узнает, что женщина чувствовала себя глубоко несчастной. Личная жизнь не удалась. Муж ее не замечал. Она даже собиралась покончить с собой. Ладынин постоянно перечитывает дневник жены. Что-то не дает ему покоя. Услышав интервью Ольги о проблеме суицида, Илья обращается к ней за консультацией. Зародившуюся злость на несправедливую судьбу Ладынин начинает выражать в работе. Главному врачу Федулову это совершенно не нравится. Илья наживает себе заклятого врага, готового на все, дабы избавиться от неугодного сотрудника. С 9 по 12 серию сериала выйдут в эфир 26 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.